И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем заканчивать прохождение такой замечательной, значит, это очень напрягающей в последние несколько серий игры, как Final Fantasy 9, черт. На нас напали! Все кончено, шеф, судьи куплены. Ладно, нам сейчас первым делом нужно убежать, а дальше что это? Я некоторые способности перераспределила. Не знаю, насколько мне это много даст. Нет, слушайте, надо бежать, мне кажется, от этой фигни. У нас теперь на всех вообще, на ком только возможно, стоит автореген. Потому что да. Не представляю, как мы будем бить финального босса. Вообще. Потому что у нас все очень плохо. В УЗИ данные я поставила ему почему-то автозелье. На финальном боссе оно пригодится. Ух ты. Я вот только боюсь, что он будет эликсир жрать, скотина такая. Что ты делаешь? Плыву за рыбой? Зидан, ты тоже помогай ловить рыбу? Ух, что это? Мне трудно дышать. О, не могу дышать. Это потому, что ты думаешь, что ты в океане. Я могу прекрасно дышать. Мы не в океане? Иллюзия. Так, Аньки. Ты прав, теперь я нормально дышу. Вся рыба пропала. Жаль. Все о еде. Так, здесь где-то за кораллами что-то должно быть. Справа, по-моему. А! Это бой или это босс? Ай, хитрая жопа. Да, нет. Игра обманула меня. А, нет, да ну что такое, я не хочу. Я просто хочу добежать до туда и посмотреть, что там отстанет меня. Черт. Во. Кто посмел потревожить мой сон? Оставь меня немедленно или умрешь. Не уходить. Давайте попробуем его завалить, потому что если у нас получится, он нам сделает мега-мега синтез. Я надеюсь, он их схватит. Готовься к смерти. Сейчас попробуем. Просто попробуем. Ой-ой, не лагай звук. Страшно что-то. Ой, блин, как мне напоминает это все. Этот, как его звать? О, это Гадес. Фига. Как же это мне все напоминает до усрачки битву с этой, с ультимецией. Этот космос. Ой, ужас какой. Я хочу его завалить, я очень хочу его завалить. Здесь мне это получится. Три. Кольцо отражения. Лети, бахамутушка. Завали этого гада. О, красавец мой. Просто если у него синтез будет, если у нас получится что-то у него отсинтезировать, это же будет просто прекрасно. Че, все что ли? Бахамут, ты меня разочаруешь. Не, пускай Даггер будет на лечении, пускай вот они у нас уберутся. Два. Вот так, мне это не нравится. Надо бы, кстати, сохраниться, наверное, в какой-нибудь слот. Слотик, да, определенно стоит. Так, нужно попытаться успеть его как-то завалить. Я, кажется, сильно сомневаюсь, что мне получится это.
Ой, что я делаю? Ой, что я делаю? Паника. Один. Плохо. Стоп, 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 стоп. А если я в тебя... Лови. Я хочу молчание, чтобы на него легло. Я сильно сомневаюсь, конечно, что он на него ляжет, но... Все же может быть. Надо было раньше, наверное, это сделать. Вообще сказано, что это самый, один из самых сильных боссов. Мне кажется, я сейчас убедюсь в этом, когда у него до нуля дойдет. Давай, давай, кидай, кидай. Пускай, пускай он нас слепнет, оглохнет и вообще сдохнет сразу. Палатка в голову, это же всегда неприятно, так на него не подействовало. Блин, только вылечился, скотина. Ха-ха, смешно. Ой, как все плохо. О, отлично, отлично, прям вообще хорошо. Давай, зиданушка. Получи, Гарс. Автозелье пошло. Это что мы используем? Ага, обычно сильно, хорошо. Они там маленькие, конечно. А что, на них не... Как так? Почему они меньше? Комбинация не сработала. Наплевать, Зидан, атакуй ради бога. Фига. Зидан, ты будешь атаковать, а? Я тебе чё вообще? Давай, Зидан. Я уже сильно сомневаюсь. Его надо... О, о, хорошо. Давай еще раз. Надо Зидана лечить всеми возможными способами. Нет! Отлично. Дина. Давай! Лечите Зидана. Автозель рулит! Ну, в таких ситуациях, да. А так в целом... Горчично. Только не на Зидана. На кого угодно, только не на Зидана. Да. Давай, Зиданушка, давай, я верю в тебя. Нам очень нужен синтез. Давай, мой милый. Давай, родненький. Сам, кстати, лечится, тоже хороший вопрос. Давай, 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 давай. Давай, моя прелесть. Усиленный меч. Наплевать! Кстати, можно... Эх, экран мягкости, облегчение. Кто там от мини-то лечит нас? Кто-нибудь помнит? Давайте исцеление закидаем, что ли. Еще нет-то. А то мы уже там полностью восстановились, сидим маленькими. Толку-то нам от этого. Ты умер, правда? Ты умер? Три? Опять три? Валим. Исцеление, давай. Не хватает, что ли, на эту фигню? А, потому что Виви маленький. Все, сейчас сработает. Давай, отлично, понеслась. Давай, мы успеем. О, нет, мы успеем. О, черт! Нет, давайте тогда просто атакой что поделать. Эфир, Зидан. Давайте защитку. Зиданечка. Кто-нибудь киньте в него эфиром. Блин, закончился. Черт, как все плохо. Ну, в принципе, пока что неплохо, знаете. Я думаю, мы его даже победить сможем. Я надеюсь. Нет, 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 не надо. Приговор. Было уже. Нет, не было. Блин. Ой, не надо. Ой, не надо, ради бога.
сейчас все умрут с парнем. Почти. О, у Даггера защита от этой фигни. Как так? Это что за атака? Почему у меня защита от нее? Это как так? Даггер, я люблю тебя. Я официально признаюсь тебе в любви. Это ж просто божественно. Ладно. Будем, значит, их держать. Зачем воскрешать, когда у нас один, у одного персонажа практически ко всем атакам иммунитет, а второй неплохо себе атакует. О, только не раскол, только не раскол. Давай, Зидан, лечись, пожалуйста. Молодец. Еще и защитку наложим на тебе. Чтоб вообще тебе хорошо было. Так, давайте я сохранюсь куда-нибудь. Ой, ну кастует обледенение, боже мой, как страшно. Бламинго. Ха-ха! Мне очень нужен синтез. Да, это по мне видно, да? Мне он так нужен, что я схожу с ума над этим боссом уже. Сильный меч опять. Нет, походи. А что он так долго думает, чтобы усиленным мечом долбануть? Три. О, плохо. Нам нужно его как-то умудриться замочить. До того, как это все произойдет. Давайте на Даггер защитку наложим. А то что-то усиленный меч мне не радует своим наличием. Черт. Автозелье. Ну это хорошо, конечно. Но не всегда нужно. Ну да ладно. Сейчас мы еще и стелимся до кучи. Зиданчик у нас будет мочить, убивать. Так далее. Отлично. Даггер, милая. Твоя очередь. Не зря накупили исцеление, не зря. Я... Ой, не надо. А-а-а! Как так? Ой, черт, а я исцеление как раз. Ой, это нехорошо. Да, Гер, на тебя вся надежда. Интересно, сколько у него осталось жизни? Так, хорошо. Мы справимся. Нормально. Все хорошо. Мы справимся. Я как мантру повторяю уже. Так, во-первых, я хочу наложить на тебя защитку. Потому что ты что-то как-то болезненный. Когда он умрет? Прям даже интересно. Не надо. О, как мы вовремя наложили, слушайте. Как мы вовремя наложили. Ох уж эта игра слов. Ох, это богатый русский язык. Богатый русский язык. А. Когда ты умрешь? Что-то он не хочет, да, умирать. Даже транс особо-то не растет. Вот это меня очень печалит. Ну что, уже столько раз ударили, а все что-то как-то не очень хорошо. Давай, Зиданчик. Сколько у него, интересно, жизней? Миллион? А есть же такие боссы в финалках. Это ж как... Просто обязательный практически пункт. Так, Бардентик кто-то названивает. Слушайте, какой-то страх просто. Господи, я все правильно включила, а то я не соображаю вообще, что происходит вокруг меня. Я так долго говорила, я что, победила, что ли? Хм.
Какая прелесть. То, что надо после разговора. Вот прям, вот то, что надо. Черт, так обидно. На них не попало. 30 единиц. Черт. Я уважаю вас за то, что вы справились со мной. Я вознагражу вас за ваш подвиг. Сохранимся. Принеси сюда 2 куска пемзы, я синтезирую их для тебя. Конечно, продукты могу создать только я. У нас есть 2 куска пемзы? У нас нифига нет. Кусок пемзы. Где их я найду вам? Оловянный доспех. Молот. Господи, где я вам найду молот? Чёрт. Это все очень, кажется, замечательно. Личный нокаут. Блин, а у него он... Ой, как обидно. Ничего нет, просто... Беломантия есть. И что это? Мантия лорда. Так. Белая, черная мантия. Так. Стоп. Ой, боже, а как я могу партию поменять? На точке же, да? Сейчас мы снимем с наших ребятушков. А, так, снимай. Молодец. Сейчас мы мантии лорда нацепим на них. Угу. Мантии лорда раз. Белую мантию одну. Надо сейка снять. Сдернуть просто. Блин. Серебряные перчатки Явелина. Я их продала. Я как чувствовала, что не надо. А почему? А на кого это вообще? Первый феникс, черт тебя дери. Эфира, кстати. Что-то я только сейчас до меня дошло. Подожди, сколько у нас их экрана? Не очень много. И вакцина. Ой, нет, вакцину я не хочу, слушайте. В принципе... Так, лорд. О, да. О, да. О, боже. Это божественно. Так, мне нужно, во-первых, воскресить. Сейчас мы быренько-быренько добежим до точки сохранения. Сдернем с Эйка. Или с кого там? Я на Эйка брала? Ой, а будет обидно, если нет. Потому что я тогда, получается, Даггер лишила мантии. Классно. Ах, так, сейчас. Чё-то этот разговор был таким долгим, что я что-то... Ну ладно, он, конечно, был не таким долгим, но для меня как будто бы вся жизнь пролетела. Пускай будет так, сейчас мы как-нибудь очень быстро добежим. Не поняла. Так, ладно. Так, Гай раньше была просто одним большим океаном. Откуда ты знаешь? Я не знаю. Почему-то это и есть в моих воспоминаниях. Я родился не в это время. Это бессмыслица какая-то. Я родился на Терри, не на Гае. Так как может быть это может быть в моих воспоминаниях? Это есть и в моей памяти. Гая была покрыта водой. У меня такие же ощущения. Может быть, это значит, что все живые существа происходят из одного начала? Я не понимаю. Где мы? Мы там, где я думаю? А, мы же пришли не отсюда просто. Я просто перепутала. Это же я. Ха-ха. Да, вот тут сохраняешь. Уху-ху, хорошо. Так, отличненько. Сейчас мы поменяем, возьмем Эйка и Квин. Я просто не помню,
Что, у кого? Кусок пемзы! What the fuck? Кусок пемзы! Только одна штучка. Нету больше. Как так? Нету больше. Не, ну ты посмотри. Может еще у кого-нибудь? У амаранта, например. Надо сдернуть, надо сдернуть. Просто вырвать с корнем. Не, мы же не можем. Корону надо тоже снять, наверное. Черный кипящий носи. Так, подождите. Вот она, белая мантия, вот она, родимая. Это ускорение. Скорее слепо. Кстати, да, на тебе. Ясу на лечение 3, святость. Ой. Печаль, тоска. Сколько у него, интересно, жизни было у этого босса? Чё-то не написано. Я, кстати, по-моему, ошиблась. Я почему-то мне показалось, то, что там было написано про него, то, что это один из самых сильных боссов в игре, но чё-то как-то незаметно. Вряд ли. Там финальный есть какой-то мега-секретный, как он там называется-то, Озма или как там, неважно. Я не буду с ним сражаться, я чё, полоумный, что ли? Я не задрот. Не настолько, точнее, задрот. Так, чё я хотела? Так, да, нужно убрать этих товарищей. Стоп, кусок пемзы. Есть еще кто-нибудь? Сколько у нас кусков? Ой, сильно зелий вообще не осталось. Кусок пемзы, кусок пемзы. Одна штука, черт. Блин! Мау. Ах, подожди, не то хочу. Может, еще у кого-нибудь есть? Надо у них посмотреть. М-м, вообще плохо все. А какая досада. Хотя, подождите, стоп. Я не знаю, зачем это делаю, но пускай будет. Зачем я покупала? А, дур, потому что, наверное. Зачем я это делаю? И у тебя тоже нет. Блин, где второй кусок пемзы? Дайте мне просто второй кусок пемзы. Мне больше ничего не надо. А, ну ладно, нет. Мне надо еще 99 сильных зелий. Или эликсиров еще лучше. И того, и другого. Это было бы вообще прекрасно. Кольцо возрождения я, пожалуй, тебя заберу. Я дам тебе кольцо. Нет, я дам тебе пояс силы. Наслаждайся. Так, хорошо. Во-первых, хочу сохраниться, да. Стоп! Нет! Блин! Черт! Можно было палатку же применить! Черт! А почему всегда так все в моей жизни? Ладно. А, это ты? Убьем, не убьем. Неохота что-то так. О, у меня же эти в партии. Господи, я чуть не убежала с ними. Я чуть с ними не убежала. Как хорошо, что я решила вернуться. Господи, боже мой. Это же надо было так, а? Я уже все, я, видимо, все сплю.
Что там у нас было? Гребень дракона. Он не может физическую. Давайте посмотрим на это. Мне просто даже интересно, если что, убежим. Однако неприятненько. Давай, Фрейм. Неплохо. Вообще хорошо, я бы даже сказала. Не хочу ничего с тобой делать. Мне понравилось. Черт. Ладно, плевать. Он не умер, что ли, после этого? Черт. Я прям даже не знаю, воскрешать Амарант или не воскрешать. Пускай будет. А, не успели. Ну ладно. Пойдет. Хорошо. Бежим, 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 палатка. Можно с чистой совестью сохраниться на F1. Так, что у нас? А, черт, на этого же не раз... Ой, я его забыла воскресить, что ж такое-то? Ой, я все, я с ума схожу. Под конец вот всегда так, во всех финалках. Ты просто едешь крышей. Знаете что, давайте сейчас вот так вот сделаем. Я не знаю, зачем я хочу подлечить Амаранта. Вот вообще не знаю зачем, но у меня плохое предчувствие. Мне кажется, мне надо его подлечить. Вот прям надо и все. Я даже не побрезгую после этого еще раз потратить палатку. Не знаю зачем, но я это сделаю. Видимо, ради Штайнера. И под конец этого прекрасного действия мы еще раз сохранимся. Так, отлично. Ой, да это ж бог. У нас впереди, кажется, во-первых, два хранителя вот этих вот стихийных. После этого один босс и еще один босс. После этого заставка и еще один босс. Круто, короче, нам будет сейчас. Ну, не только сейчас, и в следующей серии. Вы поняли. Так, бежим, бежим делать. Давай без боя, без боя, без боя, без боя, без боя, без боя, я сказала. Кольца защиты. Как у меня так получилось? Молот. Что за молот? Где его найти вообще? Мантия лорда. Да будет так. А чё... А, денег не хватает. Не, все-таки я думаю кольцо. Хотя... Я хочу проверить, сравнить просто. Можно же просто белую мантию надеть, но... Да блин, Зидан. Надеть белую мантию, но с кольцом защиты, например. Я просто хочу посмотреть, что это такое. О-о-о-о, боже мой. Что за ем пополам? 40, 26, 29. Защита 29. Ну-ка, подожди. Сейчас сравним. Защита 46. Не, надо это брать. Как-то не печально, но... Бахамутушка. Качаешься. Раскид химеры. Магическое уклонение, это, конечно, все очень печально. Корона. Почему у нас... А, все понятно.
У нас все хорошо. Мы все сделали. Блин, не хватает одного куска пемзы. Где его найти? Может, он из какого-нибудь босса выпадет? Было бы неплохо. Я бы так не надеялась. Святость тень. Господи, я даже боюсь представить, что там будет с этим куском пемзы. С целостным, в смысле. Так, ничего хорошего. Спехи платины нет смысла. Лентушка. Автожизнь. Знаете, я как Гомер на пончике. Не судьба, конечно. Так, мы точно все сделали? Этот одетый. Это одета. Получилось. Не то чтобы, ну ладно, пойдет. Пускай так будет все-таки. Ой, зиданушка. Больно тебе скоро будет. Это что это там было такое прям хорошее? Ладно, не судьба. Что у тебя еще есть? Передат. Как плохо. Ха, молот с пемзы совместить и получить кусок пемзы. Вообще ржач. Чтобы разбить пемзу, чтобы получить кусок пемзы, чтобы получить пемзу. Это просто прекрасное сочетание. Перо феникса. Встречение трава. А, давайте одну штучку возьмем. Коли уж дают. Не, думаю, нам эфиров хватит, в принципе, до конца битвы. Если уж честно. А вот вакцины у нас меньше. Сапфирчик. Ой, как хочется. Как все хочется и как не может все-таки. Как это печально. Ладно, бежим. За что? За что? Ладно, у нас сейчас битва с боссом будет, поэтому... особо расслабляться не стоит. Черт, меня вырубает по-страшному, знали бы вы. Сейчас 4 часа дня, я сижу, все не знаю, со скольки я уже сижу. А, с 10 утра точно. Убьем этого гада. Давайте промажешь. Не промазал, печально. Давайте убежим от него, не хочу с ним ничего иметь вообще. Наплевать. Вообще жалко, что у этого синтезиста не было сильных зелий или чего-нибудь такого. Очень жалко. Че я хотела? Я хотела. Подлечить Штайнера. Я схожу с ума. У нас впереди босс. Даже два, даже три, даже четыре. И финальный. Тра-та-та. Да. Я так и знала. Вот я так и знала, что вот на этой ступеньке. Поэтому я сохранилась, прежде чем на нее наступить. А, это босс. Отлично. Прелестно. Это водяной. Я водяной. Да что ты говоришь? Не говори. Так, ты у нас водяной, тебя мы... Я не знаю даже чем. Водой глупо. Сиянием. Чернила. Что это? О, неприятно. Кстати. Зря я это сделала. Определенно зря. Атака просто в молоко. Правая щупальца. Давайте на кракена.
Надо его мочить, черт с ним, с щупальцами. Био, кстати, на него должно хорошо работать. Что он? Чернила опять? Ух ты, будет. Че у тебя тиснуть можно? Вода 3. А, блин, блин, знаю. Сейчас, подождите. Он хитрожопый очень. Он лечит нас. Это зелье. А, он раз... Он, как это сказать, в гайде, скажем так. Черным по белому было написано то, что если не поставить вот эту температуру тела способность, он будет замораживать. А если поставить всем персонажам... Черт. Нет, мне так не нравится, что-то я его лечу только. Давайте рестарт небольшой сделаем. Собственно, да. Да, если... Как это сказать? То есть, если вот эти вот способности... Температура тела у всех стоит, то он будет воду на всех кастовать. Вот, давайте уберем, чё. Это немножечко нечестно, конечно. Ну как, относительно. С учетом того, что я это делаю прохождение второй раз, и первый раз я проходила сама, без подсказок. Мне можно. А, хорошо. Я просто очень не хочу сейчас мучиться, задрачиваться, потом под конец зависать, потому что это летсплей. И нет, я не оправдываюсь. Что поставить? Чудовище камней. Кто он вообще? Это существо. Добавление статуса. Ой, защиту случайно. Заодно. Попробуем так. Джеронимо! Я выдираю хаос, Кракен. Да не похож ты на него. Отдай Джека Воробья. Глумас раз такой. Давайте. Если он водяной. Водная пушка. Не самое страшное. Обледенение. А, обломись. Мазидан он, да, сейчас наложит? Ну, конечно. Нет, на Ливе. Ну да, он думает то, что как бы раз на одном персонаже не лежит, он начинает накладывать, но если, конечно, Мазидана наложится, это будет немножко печально. Я не помню, по-моему, огнем можно будет вылечить это как-то. Тиснем. Я не помню, у него можно что-нибудь своровать или нет. Тихо, тихо. Чири. Отлично. А, давайте оболочечку. На Штайнера. Только не на Зидана. Только не на Зидана. Отлично. Тыщ. А, у Штайнера же стоит авторегин. Че я его лечу-то вообще? Пускай сам лечится. Пруд колдуна. Не зря, не зря. Мы молодцы. Мы вообще молодцы. Ой, как это все долго и нудно. Это чисто на удачу, конечно. Можно попробовать. Давайте чисто... От балды. Я что-то падка на эксперименты сегодня. Потому что я уже ничего не соображаю, я уже схожу с ума. Так, тьма, плохо. До Даггера дошло, что надо наложить оболочку на Штайнера. О, сука, прям так взорвалось все. Как хорошо с авторегенерашкой. Вообще хорошо. Я лоханулась, конечно, когда за Виви прозрение включили. Потому что он бы мог атаковать, а так... Ой, он лечит водой нас. Ха-ха-ха-ха. Смешно. Идиот.
Бесстрашие, конечно, не бесполезно. Путаницу тоже, отражение. Не. Хотя, почему бы и нет, почему бы на Зидана не наложить? Он же не лечится никак вообще. Его только атакуют. Ой, только не на Зидана. Я тебя умоляю. Норм. Обламинго, однако. Ой, я и забыла. Ну ладно, это было на удачу. Семерочки, семерочки. А я схожу с ума, какая досада. Почему именно на Зидана, черт? Нам надо дожить как-то до босса, до финального, с таким количеством сильных зелий, которые у нас осталось. Все, теперь ты меня не атакуешь. Хотя, я надеюсь, водная магия, если он будет на нас, она не будет его лечить. Хотя, скорее всего, будет. Печально. Ой, у меня уже спина болит, если честно, прям вообще. Черт, я добью эту игру сегодня, наверное. Вода 3. На всех, что ли? Приятно. Так, вот дагер отнялась. Круто, Штайнер и Виви от воды лечится. И от воздуха, кстати, там тоже. Вот на него упало. Сейчас его подлечит дрянь, такая гребаное отражение, я так и знала. Черт, что я хотела. Блин. Надо снимать с... Ой, черт возьми. С этого, как его звать-то, господи, Зидана. Отражение. Водная пушка. Блин, 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 блин. Только не Зидана. Я же сказала, не со Зидана. Блин, он себя сейчас вылечит. Нет. О, не удалось отражение. Это очень хорошо. Тихо, тихо, не лагай. Когда он умрет? Почему они такие долгие? Это просто уже нудно. Надо каким-нибудь сканером, может быть. Так, ладненько. Фокус. Угу. Отлично. Ой, опять вода 3. Ой, черт. Я надеюсь... О, с него спало отражение. Отлично, все. Рай. Зидан, не умирай, пожалуйста. Как-то зелье. Покатит. Тара-та-тау, тара-та-тау. Почему они такие все задумчивые? Давай, давай, лечи нас, лечи. Молодец, спасибо. Хорошо. Опять чернила. Боже, какой ты надоедливый, ты с этим чернилом. Черт. Это было внезапно, если честно. Ну, конечно же... Ну куда ты кастуешь, женщина? Может, не будем его воскрешать? Толк-то. Ну серьезно. Эти двое лечатся. Эй, да ладно. Бахамутика, может быть. Для Одина. Атмос. Снижает. Цели. Давайте рамуху, может, молнии, вода все-таки посидела. Чтоб накрывало вообще последующие несколько минут. Но все равно опыт с него не получим. Только единицу силы, но нам качать уже в принципе нечего, поэтому. Поэтому да.
Что? Виви, что ты сделал? Почему он атаковал его водой? Я случайно воду выбрала? Как? Когда? Фак. Блин, Виви. Нельзя так делать. Просто нельзя. Как это так? Видимо, там когда подлагнуло, я случайно воду нажала, а не сияние. Блин, блин. Пускай его шибанет как следует. Сейчас тысячу снимут, извините. Не, смотрите, вообще отлично. Ну, логично, вода, молния. Все, замечательно. Арамах еще разок. Вот это я понимаю. Стенчик пускай отдыхает. Он еще успеет навоевать. Когда он умрет? Опять водная пушка. Да. Гром правосудия, давай. Ой, мне надоело. Пускай лучше дагер все делает. Все? Нет? Нет. Я сама схожу. Как хорошо с авторегенерашей, а? Как хорошо. А если сейчас сверху магию регенерации наложить? Прекрасно что-то. О, да. Господи, свершилось. Вот это восстановление Йош, я что-то вообще не заметила, чтобы оно работало. Вот вообще. Ладно, пора, я чувствую, заканчивать серию, потому что что-то как-то меня накрывает, начинает. Ах, господи, серьезно, я сижу уже часов 6. Бла! У меня всегда так с финалками и вообще с последними какими-то играми, особенно с финалками. У меня такая же фигня была с 7-й, когда она заканчивалась. Я сидела целый день, вот просто целый день с утра до вечера. И это было ужасно. В общем, ладно, я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и зовите друзей. Я надеюсь, в следующей серии мы хотя бы добьем оставшихся боссов. И потом приступим к финальным. Не знаю, как получится. Вроде недалеко. В общем, узнаем это в следующей серии. Если вам понравилось, узнаете, что делать. И всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен. Всем удачи и пока-пока.